Новгородский академический театр драмы имени Достоевского покажет рязанцам 5 своих спектаклей. «Жанна», созданный в пандемию спектакль, открыл гастроли в четверг, 27 октября. Наш вот спектакль, он сначала был, может быть, одним, а на протяжении вот 2 лет, ему 2 года, он стал совершенно иным. Мне кажется, он как-то вырос, потому что когда хорошее тесто, оно начинает подниматься. Автор пьесы Ярослава Кулинович. Я считаю ее немножко, ну как вам сказать, бытовым таким драматургом и немножко чернушным. И вот наш режиссер Полина Неведомская, она сделала все, чтобы из бытовой пьесы сделать романтический такой драматический спектакль и подняться над бытовухой. И спектакль получился стильный. Он получился не грязный, он получился просто о судьбе, которой все замешаны, да, судьбы одного человека. И каждый играет свою ноту. Спектакль «Жанна» не просто заставляет подумать и, возможно, пройти путь освобождения вместе с главной героиней. Режиссер задал для Светланы очень сложную задачу сыграть вот эти внутренние, очень сильные изменения, сильные эмоции, сильные чувства, при этом железобетонный такой саркофаг, сквозь который не пробиться со стороны жизни ее, заковала в этот бетонный чугунный саркофаг. И с помощью вот этой сущности проявляется как раз внутренний мир. И постепенно на протяжении всего спектакля идет вот сближение. Она пробивается постепенно сквозь этот бетон. Также рязанский зритель увидит спектакли «Ребенок к ноябрю», постановку «Незамужняя женщина», мелодраму «Семейное счастье» и сказку для самых маленьких «Иван да Марья». Большие гастроли продлятся до 30 октября.